Всем доброго времени суток, вы находитесь на канале по заработку денег в интернете. Меня зовут Алексей, в данном видеоролике расскажу про новую вышемайнинг на криптовалюте Tron. Называется Tron Nov. Здесь можно пройти регистрацию довольно просто. Все, что вам нужно будет, это вход в учетную запись. Введите, получается, номер телефона свой, логин, пароль, который будет использоваться для входа в аккаунт. Код безопасности также ввести, то есть повторить пароль еще раз, и код приглашения. Это инвайт-код, который будет также в описании под видеороликом. Отдельным текстом можете его найти без него, к сожалению, регистрация на проекте невозможно. Я уже зарегистрирован, давайте сейчас авторизуюсь. Так, друзья, приходим в аккаунт, у нас сразу выходит последнее объявление, где рассказывается по проекту, официальная группа Телеграма имеется, преимущество компании, после успешной регистрации ваш кошелек получит вознаграждение в размере 8000 TRX, подаете заявку на вывод сразу после активации аккаунта. Вы можете заработать от 2,8% до 8% от баланса своего счета каждый день. Вынесите от 1 до, получается, 10 тысяч трон, чтобы получать 2,8% каждый день. От 10 тысяч до 30 тысяч трон 3% каждый день. Ежедневный доход внесения от 30 до 50 тысяч трон 3,5% и так далее, вплоть до 8%. Что ж, довольно неплохо. Имеется у нас, да, при регистрации полученный баланс. Давайте обновим сейчас страницу, чтобы у нас это все прогрузилось и дело. Все это дело занимает считанные секунды. Давайте перейдем на русский для удобства. 8003X у нас есть на балансе, есть бумажник, это счет инвестиционный, есть продвигать, это у нас реферальная программа, которая насчитывает 3 уровня. Все достаточно просто и сайт достаточно приятно выглядит. К сожалению, сделанный на мобильном устройстве, с ПК тоже можно сидеть, очень удобно. Глобальные партнеры, Wazers, Binance, Tron, Huobi и CoinsDXC. Также имеется торговля, соответственно, это облачный майнинг, начисления на ежедневно 8% в сутки. Обновим страницу, чтобы прогрузили еще проценты, да. Вот так это все выглядит, 8%. Нужно будет заходить каждые 24 часа и получать здесь начисления. Вручную, к сожалению. Имеется у нас вот такой вот QR-код для приглашения ваших партнеров в данный проект. И также обычно стандартная ссылочка. Также есть кабинет. Обязательно кабинет, в котором у нас здесь также все прописано. Так, давайте сейчас перейдем на русский, что от нас требует. Контракт не подписан. Пожалуйста, подпишите. Что у нас? Ага, контракт, покупатель обрывает заключение соглашения о покупке монет 3X при условии фактического количества покупки по адресу. Компания может подписать только проверки. Покупатель может проводить бесплатные транзакции неограниченной валютной компании. Настоящий договор заключается на методе продавцом покупать в соответствии с открытым. Ага, нажмите Shift, подтвердить отправку. То бишь, эта бумажка, в принципе, для нас ничего не значит, да? То есть, ну, соглашает, здесь мы подписываем настоящий договор заключения покупать продавцом, в соответствии с которым покупатели соглашаются купить, а продавцы соглашаются продать ниже указанный товар на условиях, изложенных ниже. В принципе, это филькина грамота. Ну, в принципе, для того, чтобы нам продолжить здесь, мы можем подписать. Все, подписали. Все это филькина грамота. Не обращайте на это внимания. Ничего из этого здесь не произойдет. Так, у нас есть языки, как английский, японский, немецкий, испанский, французский, португальский и русский язык. Есть, да? То есть, зачем я тогда перевожу через браузер, когда есть русский язык? Это довольно удобненько. Так, здесь у нас количество человек зарегистрировано, количество накопленных ими прибыли и, в принципе, глобальники партнеры. Имеется перезарядка, изымать, поделиться, команда, приложение и выйти. Давайте пополним баланс на 23x, копируем адрес, смотрим через QR-код. Переходим в TronLink, допустим, это буду делать я через TronLink. Нажимаем реверы. Сейчас все изменилось, к сожалению, не очень удобно мне стало. Ну, ничего, привыкнем. Нажимаем Next. И ввожу 20 трон для отправки на данный адрес. Санкс. То есть мы подписали с вами договор, который ниже указанных условиях, которые были, то что данный проект будет выплачивать такие-то дивиденды, а мы, в принципе, безопасимся из-за этого, в принципе, и договора. Так, завершить покупку. Сейчас будет прогружаться. Пока будет прогружаться, я вам покажу трон. Получить Telegram поддержку данного проекта. Вот так вот она выглядит. Имеется еще один. Также это официальный наставник по инвестициям в виртуальную валюту Tron. И имеется чат. То есть он 5000 человек. Довольно неплохо. Вот так вот все это выглядит. Давайте вернемся на проект. Возможно, уже перезарядка была завершена.
Нажимаем вот на этот ползунок. Обновить успех. Давайте я сейчас приостановлю видеоролик. После того, как у нас зачислился наш депозит, мы продолжим. Так, друзья, прошло менее чем 30 секунд, и количество перезарядки мы увеличили до 20. Ну что ж, довольно неплохо. Можем посмотреть аккаунт, все записи доходов, перечислить доход, договор, который более безопасен, поделиться, уведомления, скачать приложение и покинуть. Все достаточно простенько. Давайте нажмем «Изымать». Нам сейчас доступно 0.56 для снятия. Введите количество наличных, адрес и введите пароль безопасности. Давайте сейчас заполним все эти ячейки, после этого продолжим обзор. Ну что, друзья, можем с вами заказывать выплату. Давайте нажмем «Подтвердить». Приложение снятия наличных денег. Все отлично, выплата должна поступить на наш счет. Давайте перейдем в TronLink и посмотрим, пришла ли нам выплата. Да, 0.56, только что было зачислено на мой баланс. Это очень неплохо. Как вы видите, чек. Все пришло в короткое время. То есть меньше минуты, и у нас уже баланс пополнился. Это означает, что банк действительно работает, платит свои дивиденды, как и было обещано. В принципе, вот такой вот простенький проект, где мы можем с вами зарабатывать как облачный майнинг 8%, так и доход от собственной инвестиции от 2,8% до 8% каждый день, довольно неплохо. Все ссылки я оставлю в описании под видеоролик. Этот видеоролик ни к чему не призывает, а сделан в качестве информационного донуса. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Алексей, всем пока-пока.